Ну что ж, снова здравствуйте. Сегодня у нас конгивец Рио. Да не простое, а Рио 2. Видите, у нас дается гораздо больше эпизодов, чем должно было быть. Рио 2 открывает на себя 5 эпизодов, так, в том числе и дополнительный эпизод. Но мы начнем с Rocket Rumble. Тем более здесь еще один есть сюрприз. Знаете какой? Смотрите на графику. Это новая графика в Angry Birds Rio. Да-да-да. Вы этого не ожидали? Или ожидали, если вы знаете, что за игра такая. И играете до сих пор. Ладно. И у нас тут все поменяли свой немножко вид. Графику. Смотрите, обезьянки стали более светлыми. Птички тоже изменились. Ну, красная птичка, да. Тут у нас в этом эпизоде в основном преобладают фейерверки. И мы, разбивая фитиль, можем их взрывать. Да, эти уровни будут очень простые, мы, наверное, пройдем все 20. Их тут 20. О, да, птицу совсем вывернуло. Давайте посмотрим, какие у них там мордочки есть. Вот, птицы остальные выглядят вот так, смотрите. Заметьте, немного отличаются, да? От классических. Ну как отличаются? Ничем они не отличаются, это те же птицы, просто они немножко похожи на другую графику. Да-да-да. Видите, тут есть детонаторы, всякие бомбочки. Но в основном уровни-то очень простые. Да, с этого момента Робби начали делать простые уровни, потому что... Знаете почему? Потому что не знаю почему. Очень ответ хороший. Собственно, здесь нам нужно просто... Сложность в том, что нужно просто найти слабое место, и тогда все взорвется. Ну, сложности тут нету, по идее. Есть всякие фейерверки, смотрите, какие прикольные. Вот такие вот летящие. Тут, по идее, нужно только сломать, и чем валится. Ну. Поэтому 20 уровней сегодня, 20 уровней в следующий раз и так далее. Так. Вот тут снова. Да, вот у нас появится птица, наконец-то, в Angry Birds Rio. Розовая птица, так. Может раздуваться. Здесь выглядит вот так, как видите. Вот такая вот графика, так. О, крутится штучка, да. Ну, полетели с пузырьками, так. Так. Полетели, так. Да, конечно, глупое решение, не очень хорошая территория выбрана. Если вы поняли, что я сейчас только что сказал, а не пробормотал вот так как-то по-своему, нет, не поняли. Ну, видите, вот здесь немножко такой несложный, просто момент неудачный получился. Вот в данный момент, видите, все вышло сразу. А в этом эпизоде золотые фрукты, это... Это что, золотые ракеты? Да, чудесный фрукт ракета. Ну, просто здесь они решили делать теперь не фрукты, а предметы в Rio 2. И они почему-то на 10 меньше. Ну, не знаю почему. Видимо, так решили. Видите, уже 5-й уровень пошел. Если будет... А! Эта птица может динамиты тоже поднимать в воздух. Да, как-то не так. Фейерверки всякие бонусные, да. Ну как бонусные, они просто взрываются. Вот мы и... Наш шанс что-нибудь уничтожить провалился. Видите, надо бы поднять их в воздух. Просто. Вообще никакой сложности нету тут. Давайте просто будем наслаждаться взрывами. Вот тут снова видим детонатор. Детонатор активирует вот здесь что-то. Видите? Если мы уничтожим его, то у нас взорвется что-нибудь еще. Давайте это сделаем. Вот, допустим, так.
Команда ракеты, конечно, все сделала за меня. И птица улетела в никуда. Вернее, просто потратили ее зря. Ну и ладно. Ужас полный, да? Да. Вот так выглядит белая птица с новой графикой. Нельзя сказать, что необычно, но... как раз отличается от тех вариантов, которые были в прошлый раз. Ну что ж, давайте взорвем тут. Вы видели это? Они полетели. И это правильно. Тоже тут есть песочек новый, который сделан по типу кое-чего другого. Ну вот. Заметьте, тут такие лампочки. Главное, я сейчас замечаю, что это прямо супер двойной фон. Тут есть передний фон и задний фон. И все вместе, ладно. Сейчас не будем обращать на это внимание. Заметьте. Вы это заметили? Веревочки не очень сильно птицу сбивают. Поэтому это не вариант так проходить. Нужно использовать фейерверки. Ну, может, и... можно не использовать, как пройти, но... вот такие фейерверки очень сильно помогают. Как вы понимаете. Так. Тут, думаю, можно потратить и птичку, чтобы сломать веревочку. Ну и взрывом нужно запустить все остальное. Ну, кроме фейерверка, конечно. А! Ну вот, не вышло. Чудесно, да? О, так тут даже лучше, чем было. Там счет ничего не улетело. Пойдет. Восьмой, восьмой. Да, скоро уже игра будет пройдена совсем. Ну как совсем? Ах, странная фраза. Так, что здесь такое? Здесь у нас снова никакой сложности нету. Раздуваемся и летим. Да, тут есть фитиль, видите? Сверху торчит. Активируя его, мы запустим всякое в воздух. Давай, кстати, это и сделаем. Потому что это какое-то плохое решение было. Ну да, конечно, не дотягивается фитиль, но... наверное, обезьяна ее сможет поджечь. Смотрите. Ничего не произошло. Это был ожидаемый результат. Ну, давайте повалим. Ну да, не так уж и сложно, но все же легко. Вернее, нам стоит понимать наоборот все это. Хотя глядите-ка, у нас есть один шанс, как сбить. Надо использовать птицу, чтобы сбить фейерверки. Это единственное решение правильное. Отлично, полетели. Сейчас мы все уничтожим. Вот так вот надо сделать было с первого раза. Ну вот. Дальше у нас что такое? Еще фейерверки, да? Ой, не... в конце, кстати, ждет кое-что интересненькое. Немножко кое-что интересненького. Но вы не волнуйтесь, все будет несложно тут. И не быстро достаточно. Вернее, быстро. И опять какой-то сложный простой уровень. Ну вот, видите. Так, здесь, смотрите, у нас есть тоже фейерверк здесь. Поэтому... тут надо что-то сделать не так совсем, а просто вот взорвать. И смотрим за полетом.
Это, конечно, не улетело, но ладно. Ну да, пойдет, пойдет. Континент так. Вот так выглядит черная птица, глядите, как интересно. Ха-ха! Ах да, нужно было сделать не так все. Потому что так мало чего получится, но. Заметьте. Вот если мы сделаем вот так, допустим. Ну да, здесь нужно попасть именно птицей. Давайте сделаем как надо. Вот такой вот странный момент. Ну а дальше никакой сложности не представляет из себя ничего. Видите, здесь даже не только птиц на графике, но и блоков. И даже у заднего фона чуть получше рисунок, чем обычно. Ну да, есть динамит, есть и всякое другое. Если бы мы попали сюда. А ведь мы можем попасть сюда. А вот нет. Тут нужно взорвать грибочки. Ну ладно. Все равно получится. И да, эта штука выпускает из себя пламя-огонь. Пламя-огонь, пламя-огонь. Ну вот, видите. Уже 13-й, ну и ладно. Дальше у нас, смотрите, ножницы всякие. Ну это не ножницы, вообще-то. Это ножницы. Здесь следует взорвать скорее так, чем не так. Ах да, песочек, точно. Заметьте, тут есть один скрытое послание. Чё говорю я? Вот, смотрите, какой неожиданный сюрприз. Вот таким хитрым образом мы все сделали. Ну, как-нибудь так, наверное. Полетели птички так. И сломайте песок и взрывается тоже. Хотя здесь есть и динамит. И можно попасть яйцом, кстати. Но это можно сделать очень сложно. Вот это наглость! Вы только посмотрите! Это неожиданность. Видимо, она здесь не была раньше. Ну что ж, фейерверки. Да нет, обман какой-то. Ну только зачем их нужно было взрывать, если все равно. Ай, кривой я. Ну ладно, еще разок. Вот, смотрите-ка. Тут получилось. Но здесь тоже легко. Фейерверки всякие. Ну да. Не знаю, как назвать серию фейерверки. Красивая графика. Либо все сразу. Да. Смотрите на новую графику крутую. А, я вижу детонатор. Нужно использовать детонатор, чтобы... Ну чёрт. Детонатор активируется. Да ну! Меня эта ошибка уже который раз повторяется. Мне показалось, я сказал, как это странно очень. Понимаете, вы это неправильно.
Все, детонатор активирован. Обезьяны побежали. Ладно. Еще немного осталось. Вы подождите. Это всего лишь 17-й. Вот кривой, да? Скажете вы. Хе-хе-хе! Ну да, тут может попасть было. Ну и ладно. Тут, видите, нужно на эту звезду попасть просто два раза. Очень метко, и все. Ну, придется, видимо, потратить всех птиц. И Петиль пошел назад. А! Обезьяна в территорию провалилась. Ну ладно. Не знаю, что тормозит такое. Видимо, игра. Бабах. Ха! Тут, наверное, можно пробраться. А тут, наверное, можно взорвать. Ну да. О, еще и полетели. Здесь надо собирать за этих фейерверк. Я вам это говорил. Стоп, сколько нас? Два уровня. Ну, вот опять, видите, надо просто найти слабое место, и ничего сложного нету. Даже тина уже превращается в игру не необычную, а логическую, да. Оба-на. Не получилось. Так вот. Теперь что делать дальше? Ну вот как-то так. Так-то как. Да ну как-то вот так вот. Хотя шанс есть у меня. Хе-хе. На то надо... И вот, последний уровень, смотрите, что здесь происходит. Здесь у нас, смотрите, все. У нас тут сколько фейерверков под водой. Неразрушимый бригад, да? Типа неразрушимый. Здесь есть хитрость, смотрите. Ну, ё-моё, ну, нельзя допускать такого. Лучше главное попасть по этой штуке. Взрыв. Есть детонатор, есть один очень веселый, который неизвестно что активирует. Якобы неизвестно. Ха-ха! Вот так вот и завершается этот эпизод. И Костя уже там, видео никакой, ставьте, всем пока.